Мы уникальный народ. Уникальный. Только наш человек знает минимум два языка. Русский и русский разговорный. Только русские спортсмены принимают допинг не для рекорда, а для удовольствия. Только наши водители, когда видят желтый свет светофора, не сбавляют скорость. Все одинаковые. Да, прибавляют ее. Только у нас на светофоре могут столкнуться два автомобиля с мигалками. Только нашим девушкам молодые люди говорят «Христос воскресе» совсем с другой целью. Только наш человек увеличивает вместимость мусорного ведра ногой. Я все себя писал, поэтому вы, когда себя узнаете, ничего плохого в этом нет. Только наш человек на запрещающее объявление с указанием штрафа смотрит как на ценник. Только наши люди, когда выходят из одноклассников в 18:00, говорят, фу, рабочий день закончился. Только у нас в одном продукте может совместиться несовместимое «Лада Калина Спорт». А после того, как премьер проехал на этой машине, она еще и премьер-класса стала. Только у наших пожарных есть план. И они его выполняют, во что бы то ни стало. Только у нас такой пытливый мозг, что в туалетах от нечего делать, наши люди читают состав содержимого баллончика от запаха. Мы уникальный народ, мы даже не боимся, что нас завоюют, потому что если нас завоюют, нам даже интересно, как они выживут у нас. У нас уникальные женщины, только наша женщина может в одиночку войти в горящую избу, а в туалет пойдет обязательно с подружкой. Сейчас вы увидите это после концерта, эффект. Только наши громче всех кричат «Горько и занято». Только у нас слова 8 марта и геморрой – синонимы. Только наши мужики, когда им предлагают выпить, долго отнекиваются, потом говорят, ну ладно, по чуть-чуть. Выпивают 60 раз по чуть-чуть, потом говорят, ты будешь по чуть-чуть наливать или нет когда-нибудь. Только наши мужики могли переживать в Индонезии, когда случилось цунами, что они проспали эту катастрофу, не успели сфотографироваться на фоне цунами. Только наши дети, когда из-за опасного мороза 40 градусов отменяются школы, радостные берут санки и бегут на улицу. Только у нас в семье главный не муж и не жена, а тот, кто распоряжается пультом от телевизора. Только наша женщина, лежа под одеялом перед сном, говорит своему мужу, перед сном под одеялом, говорит, я пошла спать. Только у нас, когда звонят в домофон, на вопрос, кто там, отвечают, это я. И ему открывают, говорят, ты заходи. Только у наших людей большинство отравлений начинается с фразы, да че ему будет в холодильнике. Только наши водители ругаются с GPS-навигатором. Ты фуфел китайский. Ты не мог раньше про поворот сказать. Только наши женщины, когда садятся батарейки в телевизионном пульте, сильнее нажимают на клавиши. И если это не помогает, начинают руку выбрасывать. Вот так вот. Еще кричат, ну, ну. Только у нас в клинике, в больнице, в реанимационном отделении могли написать «Запрещается прыгать на кроватях». Только у нас, если кто-то, вот завтра в толпе будете, проверьте, увидите эффект. Только у нас, если в толпе кто-то закричит «Эй, ты козел!»
обернутся все. И женщины обернутся. Я не знаю, что с вами сейчас будет, как говорит Задорнов. Но это с себя написано. Только у наших людей. В каждом доме есть полиэтиленовый пакет, в котором хранятся пакеты. Мне недавно надо было взять пакет. Овечерело. Сумрак. И я взял пакет, в котором пакеты. Один вынул, а эти поползли. Это такая страшилка была. Да, мы уникальный народ. Только наши могут объясниться в Европе на любом языке, не зная ни одного языка. Они, во-первых, громче говорить начинают. В Бразилии я жил не в очень хорошем отеле. Там были всякие жучки, древесные тараканы. И неподалеку от меня жили наши, двое. У них вообще мышка дохлая была. Значит, вы сейчас опять как тот же Задорнов, который мне сильно надоел уже, говорит, вы сейчас только воздухом в грудь вдохните, чтобы было чем выдохнуть. И вот наш решил позвонить в ресепшн. Я просто смеюсь, потому что я представляю, что с вами будет сейчас. Значит, он решил позвонить в ресепшн и сказать, что у него мышка. Ничего не знает. Плохо учился даже в детском саду. Да, комплексов никаких. Звонит, говорит, готово, готово. Говорит, do you know Tom and Jerry? Там, видимо, да, гордо. Они не знают дальше фразы. И наш выдает, тут Джерри is dead. У меня порой гордость за наших людей, за наших людей не оцифрует никто никогда. А зато конец света у нас будет дважды. По старому стилю и по новому стилю. Представляете? Вот супер! На земле никого, у нас 13 дней полного оттяга. С Новым годом!